Привет, друзья! Купил сегодня 4 стейка кижуча. Эта рыба семейства лососевых отличается отменным вкусом. Мы будем готовить ее в духовке. Итак, для приготовления 4 стейков нам понадобится перец черный, соль по вкусу, сок лимона и оливковое масло. Посолим стейки с обоих сторон. Поперчим. Польем лимонным соком. Выльем оливковое масло и перемешаем. Форму для запекания застелить фольгой. На фольгу выкладываем стейки. Накрываем форму фольгой. Отправляем запекаться в духовку, разогретую до 200 градусов, минут на 20. И пока запекается рыбка, приготовим соус. Нам понадобится грамм 100 кефира, огурец, пучок укропа, 2 зубчика чеснока и соль. Порежем укропчик. Почистим огурчик от кожуры. Натрем на крупной терке. Выдавим чеснок через чеснокодавилку. Посолим и зальем грамм 100 кефира. Все хорошо перемешаем. У нас получился отличный соус, который хорошо сочетается с рыбой. После того, как прошло 20 минут, снимаем сверху фольгу. И оставляем запекаться под верхним грилем до образования румяной корочки. И вот стейки готовы, достаем их из духовки. Смотрите, какие аппетитные они получились. На гарнир у меня было картофельное пюре. Как его приготовить, я оставлю ссылочку в описании. Накладываем пюрешечку в тарелку, положим пару листиков салата и сверху стейк. Теперь польем замечательным соусом, который готовили ранее. У нас получился вкусный ужин. Рыбка просто обалденная. А с картошкой это объедение. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте. Пишите комментарии, всегда рад с вами пообщаться. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить интересные вкусные видео. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До новых встреч. We'll be right back.